Знакомьтесь, в эфире программа «Готовим с Израилем». Меня зовут Израиль Ройтман, и в этой программе мы будем делиться еврейской и израильской кухней. Поэтому, пожалуйста, усаживайтесь у экранов телевизоров и, возможно, записывайте те рецепты, которые мы предложим вам. Или, возможно, вы уже знаете, вспомню, захотите то предложенное сделать тоже в вашем доме. Поэтому мы начинаем. Дорогие друзья, я сейчас приготовлю вместе с вами салат, который называется свекольно-хурменный. В нашем понимании будет фирменный. Итак, для этого нам понадобится свекла. Но свекла уже заранее отваренная, поэтому вы ставите на час-полтора и отвариваете свеклу. Затем мы берем зеленое яблоко и берем хурму. Израильская хурма. Мне кажется, самая вкусная хурма в мире. И эти все ингредиенты мы собираем вместе. И пару стеблей сельдерея. Затем нам еще понадобится соль, перец, яблочный уксус, сахар и также оливковое масло. Итак, приступим. Сначала мы снимем шкурку у свеклы. Это можно делать разными способами. Но самое главное, чтобы избавиться от шкурки. Затем мы снимаем также, чтобы яблоко было более мягким, снимаем с него кожицу. Для этого очень удобно, если мы возьмем такую вот чистилку. Так, это у нас уже готово. И теперь я думаю, что таким же образом мы сделаем и с хурмы, потому что шкурка ее, она будет твердоватая. И, кстати, в израильская хурма, она не терпкая, но она придаст нам пикантности, когда мы снимем с нее именно шкурку. Значит, все, что нам потребуется сейчас и нужно сделать, необходимо сделать, это сделать такими небольшими кубиками.